Добро пожаловать обратно в Сокольники. Здесь подходит перерыв, первый перерыв в матче между командами Ковальчука и Малкина в рамках «Чистого сердца». 7-3. Команда номинальных хозяев пока впереди. Авторы заброшенных шайб промелькнули на ваших экранах. Пять минут по регламенту составляет перерыв этой встречи, но по факту он составляет ровно столько времени, сколько необходимо одной заливочной машине привести лед в надлежащее состояние и затем... Ну, это 7-8 минут. Один комбайн заливает. Несмотря на счет, очень неплохое настроение на скамейке запасных команды Евгения Малкина, все-таки... Был момент, когда они лидировали в счете на старте этого матча. Быстро они забросили две шайбы в ворота Ильи Брызгалова, чем, такое впечатление, немножко рассердили Илью. Навесил он на свои ворота амбарный замок. И всего лишь одну шайбу удалось с тех пор белым забросить. Олег Проташ сражался как лев на последнем рубеже обороны своей команды, но все-таки, тем не менее, 7 раз вынужден он был капитулировать. Но, опять же, запоминается то, как несколько раз действительно очень эффектно, как в лучшие годы, Олег Браташ вручал свою команду. Ну, замена вратаря будет сейчас у команды Малкина, и ворота станет Третьяк, номер 20, внук Владислава Александровича, Максим. Приличный вратарь, габаритами был даже больше, чем дедушка. И приличная игра, и действительно, это многие говорят, что вот внук, поэтому нет. На самом деле, очень фанатично относится к хоккею. Во все, какие можно, тренировочные школы ездит, тренируется круглый год. И один из, ну, основной вратарь юниорской команды ЦСКА 96 года, и вратарь этой же юниорской команды сборной России. Ну и потом есть здесь одна маленькая деталь. Если ты играешь плохо, то, во-первых, тебя не спасет никакая громкая фамилия, а во-вторых, ну кто же захочет позорить такую фамилию. Так что здесь как раз себя в первую очередь. Максим Третьяк спрашивает гораздо больше, чем вы можете себе подумать, чем вы можете с него спросить. Я с вами полностью согласен, потому что вот я его там с самого детства знаю. Он же и в хоккейной школе ЦСКА занимался. И я говорю, что вот по-настоящему профессионально относится. Ну, насколько уже судьба даст ему возможность играть, как Владислав Александрович, ну, посмотрим. Тут уже только одной работы, только одних габаритов, только одного желания мало. Тут много чего все зависит. Хотя по технике он очень неплохо выглядит. Ну и сейчас будет у нас возможность понаблюдать за его игрой, тем более, что вряд ли команда Ковальчука будет успокаиваться на достигнутом. Так, все-таки по именам выглядит она, как бы это так сказать, помасштабней, что ли? Да нет, наверное, просто в ней больше игроков, вот именно великих. Действительно больше, полкоманды, вот посмотреть состав и... Если так они упрутся, скоро им придется упираться, потому что у нас предстоят же 5 сентября в Санкт-Петербурге и 7 сентября в Ярославле две встречи, посвященные 40-летию великой серии, первой суперсерии по-настоящему. Да, может, и единственной по-настоящему суперсерии, которая внесла перелом вообще в развитие мирового хоккея. Это суперсерия СССР-Канада. И вот там как раз и будут многие играть. Но Федоров, наверное, не сможет. Все-таки ЦСКА «Спартак» 5 числа. А так и Жамнов, и Каменский, и Фетисов, Касатонов. Там очень приличные составы будут. И Могильный, Буре. Серьезные команды. И у канадцев серьезные команды будет и приедет. И Грецкий, Месье. Там очень, из тех, кто будет играть даже. Очень серьезные матчи, грандиозные праздники. Так что еще у них много. Вот как раз Александр Сергеевич Эксу показали, это будет один из тренеров команды, ну, когда она «Россия» будет, наверное, называться, ну, хотя суперсерия СССР Канада, но на российской все-таки сборной будет. И величайший наш хоккеист, и один из героев той суперсерии, 8 матчей, 4 раза Якушев был признан лучшим игроком в составе советской команды. Огромную работу проводит
Александр Сергеевич, и сейчас вот он один из тех, кто напрямую занимается организацией этих матчей. Приедет огромная делегация из Канады, все участники, кто в состоянии приехать, приглашали всех абсолютно, кто с женами, и будет там опять же и Чесани, и поздравления, и также со стороны и советской команды, все участники, то есть суперсерии поедут в Санкт-Петербург и Ярославль. Тоже с женами, и там все-все, кто был участвовал. Тут такой интересный момент, что вот как раз если бы играли вот участники тех матчей, я бы поставил на нас 100%, потому что 12 человек сейчас активно очень играют в составе команды «Легенды хоккея СССР». Просто вот каждую неделю тренировка, и они все приходят и в форме, и в очень неплохой форме. Канадские участники тех матчей уже просто наслаждаются никто жизнью. Никто, да, сейчас здесь Фил Эспозито, и вот он в Донецке только что был. Сейчас как раз он проводит время в Санкт-Петербурге, как раз у него там окошко выпало, когда он может познакомиться с этим, ну, замечательным городом. Хотя вот приезжали зимой тоже на мероприятия, посвященные вот этой серии 72-го года, хоккеисты. Так вот, представители следующего поколения, ну, уже, конечно, более молодого, такие как Глен Андерсон, такие как Клифф Ронинг, вот они в полном порядке еще выглядят. Последних сейчас выпусти. Минут на 7 они еще в НХЛ пошумят. Ну, в НХЛ-то вряд ли, конечно, но сейчас же опять это вот легенда хоккея СССР ездили вот как раз в Соединенные Штаты Америки, вот как раз этот, ну, тур. Не тур, а вот эту суперсерию как бы продвигали и вот играли как раз с игроками из Лос-Анджелес Кингс, и Сан-Хосе, и Анахайм, и там очень серьезные матчи. Ну что, команда Ковальчука воссоединила легендарную пару защитников Фетисов-Касатонов. А теперь здесь Федоров, Шойгу и Ротенберг. Тройка нападения выглядит таким образом. Ну, опять же, говорить о тройке при наличии Вячеслава Фетисова на поле, ну, даже как-то неинтересно, поскольку постоянно он великолепно подключается к атакам, как было и времена, и эти подключения дают опасность. Гончар. Получилась передача на Малкина. Малкин, Гончар. Евтухов, Нургалиев. На смену. Воробьев покатил. Мамкин по дальнему борту. Собирается в чужую зону. Федоров его прессингует. Да, сложно смириться с мыслью, что Сергей Федоров больше не хоккеист. Не действующий хоккеист. Ну, пожелаем ему удачи на посту генерального менеджера. ЦСКА огромную работу проводит просто сейчас. Очень непростая ситуация. Там все-таки поздновато их назначили возглавлять клуб. И вот, и, кстати, на скамейке красных вот в команде Федорова один из тренеров. Это Игорь Вячеславович Исмантович. Генеральный директор хоккейного клуба ЦСКА. Сейчас очень много работы у них, конечно. Не все так просто. Ну, чтобы Фетисова... Касатонов перехватил передачу, и Фетисов один на один. Да. Там уже третяк. А я думаю, что у Максима нет в голове там как бы легкомысленно относиться. Просто он очень ответственный парень. Вот, и, ну, и я думаю, что он сильно волнуется сейчас, конечно, тоже участие в таком матче. И он точно не хочет пропускать ни от кого. Поэтому сейчас там таких слабых шайб не должно быть, когда там вратарь не ловит. Но на противоположном конце площадки, кстати, обратите внимание, команды не поменялись воротами. Скамейками было меняться сложно. А зачем в товарищеском матче? Ветераны не меняются, да. Чтобы не бегать на смену далеко. Это так. Да, так... зачем лишний раз? На противоположном конце площадки такая потихонечку кристаллизовывается принципиальное противостояние Жердев и Брызгал. Вот, походу, свои прошлые смены дважды Жердев угрожал ворота, но такое впечатление, что пари они там заключили, причем очень серьезное. Брызгалов от Жердева пропускать отказывается на отрез. Уже моментов 5 было у Николая, но Илья Брызгалов стоит стеной. Бросок к воротам, третьяк в игре. Сергей Федоров сказал, что таких конкретно матчей не было, чтобы уровень совершенно разнился там так. Суперзвезд мирового хоккея и любителей. Он там упомянул, что All-Star Game. Таких матчей, где нет целых приемов, где нет там супер такого
жесткого хоккея, но там все играть здорово могут. Просто защитникам, вратарям там очень тяжело, потому что совершенно по-другому приходится играть. Нападающим то, что взял и показывает весь уровень мастерства защитника. Если жесткий защитник, нельзя же свои главные козыри там демонстрировать. Вальчук делал передачу на партнера по команде. И хорошо, зрячая здесь заместитель. Нарушение численности состава, конечно, сейчас у команды Малкина. Судьи так опять либерально к этому отнеслись. Вот момент. Вот сейчас Малкин и Брызгалов. Я же вам говорил, что Илья, может быть, против кого-то будет играть аккуратнее, но вот, когда выходит профессионал против него, он играет профессионально. Илья Брызгалов. Нет. Выводил сейчас на бросок Сергея Белякова. Брызгалов свою команду выручил. Вот сейчас включился и такую практически с полной выкладкой смену Малкин провел. Вот здесь столкнулись два хоккеиста команды Ковальчука в средней зоне. Беляков, Жарков, Малкин. Вальчук здесь на позиции защитника оказывается. Хорошо разыгрывают, но перемещается Брызгалов и спасает свою команду. Спасает Беляков команду соперника. Посмотрите, бросок-то был уже практически пустые ворота. Беляков хотел остановить это и спас ворота красных. Сейчас повтор посмотрим, если будет. Ну, я уже сказал, что по составу, ну, честно, там красные намного сильнее. Вот это. Там на Малкина огромная нагрузка выпала. И выпадает, и еще тем более, опять же, против него совсем расслабленно не играют же. Ну, он там даже сошли из-за капитана в углу площадки, применил силовой прием против Ковальчука. Евгений Малкин дважды, он по ходу этой смены взрывался, так обгонял своих партнеров, вываливался один на один с Брызгаловым, но переиграть Илью не сумел. Илья Вербух против Александра Радулова на точке вбрасывания. Еще такой любопытный момент, когда увидишь чемпиона мира по фигурному катанию против чемпиона мира по хоккею. Выиграл это вбрасывание Илья и сейчас имел возможность даже отличиться, но не попал в ворота. Александр Бедарев на скамейке запасных, срочно ему слово. Марат Сафин тем временем идет вперед. Тут едва сейчас не случился выход 1-0, но мы работаем на лавке белых сейчас на самом деле. Вот смотри, тут именная ловушка Олега Барташа. Мокрая на самом деле вся насквозь. Вот он сам. Олег, повернитесь к нам, пожалуйста. Вас под пули бросили в первом периоде? Ну что же, у вратарей доль такая, под пулями стоит. Никак вы не отдохнете, я вижу, что до сих пор дышите тяжело. Да, тяжело. А тяжело, да, против красных? Очень тяжело. А что, нельзя было парламентера какого-нибудь заслать, ну там поговорить, чтобы туда-сюда счет там? Ну, там много не заливает. Под давки неинтересно играть. Там просто в воротах, ну честно скажем, вратарь, ну может слабее даже в каких-то элементах, но помоложе. Да, конечно. Тяжело уже мне. Минут на 5 сил хватило только посопротивляться. Ну ладно, всего 7, я считаю, красных немного. Да, 7 лучше, чем 8. В любом случае, но вы еще, может, выйдете там в ворота? Сегодня вряд ли. То есть уже запасной голкипер команды белых здесь, да, уже с нами разговаривает. Сегодня, видимо, я в тылу нужнее. Ну а бывает еще так, знаете, запасной голкипер часто интервью дает, так что вы готовьтесь на всякий случай. Интервью давать, это не в воротах стоять, я готов. Полегче будет, и вернемся тогда еще. Олег Мураташ ответил на наши вопросы, 7-3 до сих пор, Роман. Ну а белые тем временем активизировались, и снова момент был. У Илья Вербух очень активен он во втором периоде, два броска очень опасных по воротам соперника он произвел. Радулов от Зубова уходит, и вот первое удаление в сегодняшнем матче, хотя вряд ли это будет удаление, скорее пули. А в любом случае булит. Да, по формату. Да, опять же, за это решение бы и в любом матче дали бы булит, а сейчас тем более, ну, посмотрим. А перед этим был момент, и Аркадий Дворкович под шайбу лег. Это, в принципе, в таких матчах это не делают, потому что, ну, там бросают как следует. Не жалеет себя ведь. Элегантно здесь обыгрывал Александр Радулов. Но вот и первое серьезное испытание по-настоящему для Максима Третьяка. Поскольку, опять же, здесь даже с поправкой на счет 7-3 в пользу команды цвета, которую защищает Александр Радулов, ну, вряд ли он сейчас будет. Третьяк будет играть в полный. Во-первых, он тренируется. Несколько тренировок провел со своим составом. Ну, красавец. Радулов совершенно неожиданно из полного. Вот
Тут никаких вопросов нет. Тут, видите, даже Илья Брызгалов просто помчался в центр поля поздравлять Радулу, потому что, ну, давайте посмотрим. Просто потрясающе. И тут никаких вопросов к вратарю нет. Как бы ни старался Третьяк, в этой ситуации он был бессилен, потому что, во-первых, даже не ожидал, вот, что настолько могут исполнить. Да, вот это вот похлопать хочется, вот насколько здорово исполнил. Красивый момент. Это вот украшение сегодняшнего матча были. Да уж, нарисовал. Ну а тем временем к белым подоспело подкрепление. Игорь Бутман прорвался сквозь московские пробки, сквозь московский моросящий дождик и присоединился к своим партнерам на скамеечке запасных. Сейчас Александр Сергеевич Якушев дает ему там последние наставления. И Игорь Бутман своим партнерам-то поможет. Не только добрым словом, но и хоккейным мастерством, поскольку Бутман-то в свое время тоже играл в хоккей за вторую команду питерского СКА. И вот есть даже история, что драфтовали его в национальную хоккейную лигу. В Бостоне он попытался попасть в команду Boston Bruins, приехал в тренировочный лагерь, еще не основной, потренировался, ну, конечно, сложновато попасть в профессиональную команду, но на самом деле это не какие-то легенды-то. Ну вот я смотрю, он в шлеме и с маской, наверное, потому что он все время играл вот в этих шлемах, помните, ну, Йофа, эти старые, легенькие, ну, в котором Моин Грецкий, кстати, играет, вот такого плана, но, видимо, досталось какой-то из игры, что вот одел шлем. Все равно он публичный человек, и там с синяками или с выбитыми зубами. На саксофоне играть с выбитыми зубами совсем неудобно. Я думаю, это такая... Федоров делает передачу на партнера, но там не получается, как следует, бросок у Романа Ротенберга, который одну шайбу, тем не менее, сегодня уже забросил. И тогда отличный бросок у него получился. Зубов на Малкина отбрасывает шайбу. Ну, Роман Ротенберг вот из людей, которые играют такие товарищеские матчи, один из самых скоростных. Просто действительно, что скорость у него великолепная. И исполненный, и партнер достаточно тяжело играть. Да, здорово он летел в эту контратаку. К шайбе поспел. Там чуть-чуть не совладал скоростью для того, чтобы разящий бросок произвести. Может быть, передачу ему Федоров плохую сделал. Жердев. Федорова обыграть так просто не удалось. Ну, тем более, таким финтом это... Ну, не допустит Федоров, чтобы ему там запустили так вот под коньки. И все-таки разорвали здесь Максима Третьяка, Вячеслав Фетисов и Сергей Федоров. 3-9-3, это уже очень серьезно. Все чаще и чаще, думается, будет Евгений Малкин появляться на площадке в составе своей команды в эти минуты, поскольку... Ну, понятно, что матч благотворительный и победитель здесь не так важен, но проигрывать, опять же, не любит никто, даже в такой встрече. Вот плюс сейчас для команды Малкина будет то, что замена вратаря, все-таки Брызгалов, как бы там легкомысленно не относился иногда к броскам соперника, все равно он выдающийся атлет. Сейчас все-таки вратарь, ну, чуть ниже уровнем, скажем так, станем. Тарас. А с другой стороны, вот и говорить, Малкин не ходит. Ну, опять, благотворительный матч, и вот на скамейке 20 с лишним человек, и будет Малкин с поля не уходить, а кто-то играть не будет. Ну, вот, видите, уже сразу начались изменения в счете. Это, конечно, еще не совсем разогрелся вратарь. Это Дмитрий Босов забрасывает свою вторую шайбу в этом матче броском с неудобной руки. 9-4. Да, действительно так, из огня до вплымя буквально бросился Икшимбиев. Это вот сейчас он ворота команды Кульчука защищает. Коварный бросок, но вот... Близится к экватору этот матч. Ну, это я не закончил эту мысль, что приехали играть, и вот сейчас там будут Малкин, Жерди с поля не уходить. Но так же не должно быть. Ну, поэтому сейчас как бы непростую задачу команде Малкина придется решать. Тем более это вот очень мало играет сегодня, допустим, и Слава Козлов,
и вот Алексей Жамнов. Вот, поэтому вот красным-то намного проще, у них именно вот любителей намного больше играют. Кстати, в прошлом году была создана любительская хоккейная лига. Каменский. Сейчас посмотрим. Ну вот теперь Валера. Молодец. Очень Максим красиво обыгрывал. Но посмотрите, вот при своих габаритах, насколько здорово растянут Максим Третьяк. Еще раз говорю, очень относится серьезно к работе. К тренировочной работе, к играм, в принципе, что там уже, сколько ему сейчас, 16 лет, но давайте откровенно говорить, что в этом возрасте, в таких командах, там почти профессионально занимают ребят. Лачков. Тем более он сейчас тренируется в Красной Армии, в команде второй. Огромный объем работы, предсезонка, еще школы-то нет, конечно. Скоро, 1 сентября пойдет. Бросок Курчука в ближний угол, с ним справляется Максим Третьяк. Любопытно, что здесь Лачков, известный футбольный диспетчер на позиции защитника, действует. Но, тем не менее, и передачи на партнеров делает. А здесь, ох, как не везет. И к Шимбиеву шайба под его щитком все-таки заползает. Ворота 9-5. Александр Бедрев имеет что сказать со скамейки запасных. Александр. Красных, который поиграл немножечко, сейчас вот здесь стоит, отдыхает. Илья, вам надо возвращаться назад, по-моему. Нет? Да нет, ребята, в порядке. Ну, надо же немножко интереснее сделать игру. Вот они и расслабились, дают забивать. Как всегда, Илья Брызгалов режет правду матку. Но вы тогда скажите уже, как закончится матч. Понять не имею. Ну ладно, не обманывайтесь. Понятно. Откуда я могу знать? Действительно, не знает. Брызгалов бы сказал. Мы договорников не гоняем. Спортивный интерес тоже присутствует. Слушайте, а откуда такая хорошая форма, Илья? Ну, в общем, три пропущенные шайбы всего лишь на вашем счету пока. Это много, это было. Благодаря Сергею Федорову. Он сейчас скромно делает вид, что нас не слышит. Катаемся, ЦСКА, тренируемся с Красной Армией. Они нас, ребята, и подготовили там. Сейчас быстренько камера переходит к Сергею Федорову. Сергей, скажите, пожалуйста, а как вы Малкина тренируете? Он тоже там в Красной Армии? Ну, лично я его не тренирую, но есть такое понимание, что они могут тренироваться с Красной Армией, с молодежной командой. Что-то они слабо, по-моему, тренируются, нет? Нет, они просто устали, нагрузки были очень сильные. Это значит, все-таки Сергей Федоров где-то дал этих нагрузочек немножко в преддверии матча. Не думаю, не заключается в мои, так сказать, обязанности такой план. Просто я рад, что ребята пришли, обратились, и мы сделали все для них возможное, чтобы они поддерживали свой хоккейную форму. 9-5 уже как-то близко, нет? Не опасно? Конечно, близко. Нет, не опасно. А скорости-то тем временем возрастают в нашем матче. И атаки так следуют. Он один, то на другие ворота. Первую смену Игорь Путман провел. Но опять же, тяжело ему. Вот. С корабля напал он буквально. Попал. Может быть, тоже еще не разогрелся. Но пойдет, пойдет. Помощь Игоря Путмана будет очень кстати его команде. Да, Путмана вообще это уникальное вот отношение к любому делу, которым он занимается. В том числе и вот и хоккей. Он тренируется, как только есть первая возможность. Вот как бы легенда хоккея СССР играли. Сычев, Евсеев! О-о-о! Вадим Евсеев! Передача великолепно поставлена. Нет, это Илья Вербух. Илья Вербух просто клюшку поставил, как профессионально. Хотя вот это неудивительно. На самом деле фигуристы очень любят играть в хоккей. Они играют между собой, правда, без защитной формы. Но это одно вот из тех занятий, которые они обожают. Какую великолепную передачу Сычев отдал своему партнеру. Ну, Сатонов не доработал, видите, дальнего не опекал. Ну, вот если по Путману легенды хоккея играли матч в Татарстане, в Набережных Челнах, и Бутман узнал, что мы будем играть, и из Ижевска приехал на такси, чтобы сыграть, и играл здорово. Нет, серьезно здорово играл. Без всяких поддавков. Ну вот там, кстати, Илья Вербух. Кто-то еще задумает хоккеиста так уничижительно обозвать фигуристом. Пожалуйста. Есть Илья Вербух, который забрасывает голы. Ну, собственно, еще на примере Джеффа Скиннера, лучшего новичка Национальной хоккейной лиги, мы расскажем о том, что он в свое время тоже занимался фигурным катанием и даже был медалистом молодежного канадского первенства. Ну и пример из хоккея — это Хелмут Балдерс. Ну вот посмотрим, насколько Зубов
искал партнера, не нашел, вынужден был атаковать. И ждут окончания момента, да, потому что правила были нарушены. Ярушине? Сейчас посмотрим, кто будет исполнять. Исполнять должен тот, на ком и были правила нарушены. Да, Станислава Ярушина зацепили в средней зоне, но вот, пожалуйста. Вот, Радулов свалил. На известном актере сериала «Универ». И, собственно, посмотрим, как учился в Челябинской хоккейной школе Станислав Ярушин. А выходит он один на один. И просто великолепно отыгрывает своего оппонента Икшинбиева. Браво! Ну, совсем другое дело. 9-7 это уже вполне досягаемый разрыв. Очень хорошо финтами здесь растащил вратаря и завез буквально шайбу в ворота. Ну вот, очень дружит Станислав с Евгением Кузнецовым. Может быть, так обмениваются и секретиками исполнения буллитов. Ну, вы же сказали, что он занимался хоккеем, и видно по выправке, и по тому, как он может исполнить такие моменты. А исполнил его очень здорово. И еще момент был, да, сейчас. И вообще в Челябинске там трудно представить, что кто-то хоккей не умел играть. Александр Бедрев, очередное интервью. Саша, вам слово. Работаем оперативно. У нас здесь автор последний в этом матче заброшенной шайбы, Станислав Ярушин. Стас, а где вы это научились такому? А, в детстве еще научился. Где это в детстве? На самом деле, я только знаю, вот когда буллит я забиваю, я только знаю один прием и все, больше ничего не умею делать. Может, больше не надо? Я даже в этом матче участвовал однажды в Челябинске, Кузнецов против Медведева. Когда ребята привезли Кубок мира, я также буллит исполнил, так забил. Может, ничего не надо, не все же вратари знают технику моего владения, понимаешь? А вам клюшку кто подарил коньки? Это Данил Зарипов, я играю исключительно только его клюшками. А коньки мне подарил на день рождения Алексей Будюков, если вы хотите. На всякий случай, давайте просто загиб покажем. Не каждому человеку удобно играть с загибом Дениса Зарипова. Это клюшка Зарипова, друзья мои. Это человек с этой клюшки становился неоднократно чемпионом мира. Поэтому я думаю, что обладатель Кубка Гагарина, многократный чемпион мира по хоккею, играет такими клюшками, которыми играю я. Денис, тут, кстати, пользуясь служебным положением, привет тебе. Но мы сейчас, давайте уже серьезно. А сложно актеру играть вот в таких матчах? Ну, действительно, мне вообще так приятно играть, потому что это кумиры моего детства, большинство здесь, которые находятся. Ну, я в детстве занимался хоккеем до 16 лет. Челябинская хоккейная школа очень сильная, поэтому мне приятно, что я продолжаю актерскую деятельность и совмещаю это с хоккеем. Все-таки хоккей у меня получается играть, чего уж там, вот чуть-чуть. С профессионалами приятно очень играть. Нет, Стас, сейчас меня не понял. Я имел в виду, играть не в хоккей сложно ли, а играть именно с актерской точки зрения сложно ли. Да, очень сложно, я вам серьезно скажу. Да и на площадке любого проекта актерить тяжело всегда. А в хоккее тем более сложно, потому что это все-таки моя не основная профессия. Я не знаю, вы подберетесь поближе, а вы подбираете. Подберемся, еще третий период, просто МБРСГА вставал в ворота, мы не могли забить. Сейчас смена вратаря произошла, мы забиваем. Еще у вас есть Вадим Евсеев, где он? Куда он делся? Вон Вадим, он идет. Вон, надо его использовать поплотнее. Потом возьмем еще интервью у Евсеева. А вот, представляют уже. Вадим, маловато силовых приемов. Это даже не вопрос, сейчас констатация фактов. Как я могу своего губернатора против него силовые приемы? Не обязательно против губернатора, там есть Ковальчук, Досталь, такие крупные ребята. Им еще играть, пускай вначале в Сочи сыграет, а потом будем силовые приемы делать. Сейчас, внимание, это был важный момент, добрый и мягкий Вадим Евсеев, каким он бывает далеко не всегда. Передаем слово комментатору. Ну, с учетом того, что Вадим Евсеев собирается быть губернатором своих родных Мытищ, очень дальновидно он сейчас выступил в этом интервью. Тем временем восьмую шайбу забрасывают белые. Буквально затолкали они ее в ворота. И продолжается здесь такая контактная борьба под занавес второго периода. 10-8. Команда Ковальчука впереди. Что касается вот этого интервью о технике исполнения буллитов, ну, на самом деле здесь и такой великий мастер, как Павел Дацук, сам говорил в интервью, что он, ну, парочку финтов знает, этого вполне достаточно. Но это Павел Дацук, и если он говорит, это
Он все время шутит. Павел Дацук просто уникальный. Вот. И хоккеист. Безусловно. Все, наверное, он может просто, сделать... Когда смотришь, ну, и вот с ним разговариваешь, и слушаешь его интервью или читаешь, и ты понимаешь, сколько всегда иронии в его словах. Поэтому я думаю, что все-таки у Дацука больше, чем бывает. Безусловно. Но для того, чтобы переигрывать голкиперов на двух континентах, ему хватает вообще одного. Убирает на неудобную руку, бросает. Все. Доведено до автоматизма, и спасения от этого просто-напросто нет. Ну что же, 10-8, Каменский, Мишустин бросок к воротам, и Максим Третьяк. 10-ю шайбу ворота белых забросил Вячеслав Фетисов, причем был там на нем отложенный штраф. Малкин его придержал за свитер на синей линии и держал арбитр руку, ожидая, чем закончится этот эпизод. Иначе в таком случится, что именно Вячеслав Фетисов добил эту шайбу. Нет, да там и на пятачке действительно губернатор Московской области Сергей Кожугетович Шойгу поборолся. И, ну, и передача по-настоящему была такая вот трудовая. Фетисов оказался в нужное время, в нужном месте. Вальчук на позиции защитника. Бутман там его прессинговал, но Илья не позволил Игорю вырваться на оперативный простор. Вот сейчас Бутман. Бросок и в шлем Якшембиеву. Шайба попадает. Успели поставить клюшку, и получился рикошет. И уже опасный момент у других ворот. Козлов. Финн закладывает. Здесь ждал кого-то из партнеров, но там не успели до синей линии добежать товарищи по звену. На этот раз не проходит передача Филиппова на Бутман. Досталь. Штанга. И с добиванием уже Максим Третьяк справляется. Однако шайба у него за спиной. Не дают ее добить партнеры. Шембиев ошибается за воротами, получает обратную передачу от партнера, и на этот раз штанга уже другие ворота спасает. Вячеслав Козлов, Вальчук, и вот центр, и реагирует Третьяк на бросок Плутника, заместитель руководителя секретариата первого вице-премьера правительства России. Почти не упоминаем сегодня, кстати, Сергей Гончара, вот сейчас на льду, 55-й номер. Ну, аккуратно очень Сергей играет, и не так ярко, но один из величайших защитников российских, который вот настолько здорово играет, до сих пор играет, 38 лет, и очень здорово играет в Ottawa Senators. Не знаю, будет локаут или нет, и если не будет, если вернее будет локаут, ну... Очень вероятно, что его мы можем увидеть в одной из российских команд. Вальчук. Перевод в центр. Вернулся. Гончар как раз позволил Плутнику бросить по воротам. Вирушин. Вот забил Гулит. Теперь с игры пытается отличиться Станислав. В следующей атаке бросал в ближний угол. Чуть-чуть не попал. Сейчас на партнера. Делал передачу. Ага, опять 6 человек на поле, теперь у красных было уже. И... Ну и до этого еще там немножко хулиганил Александр Радулов, находясь на скамейке запасных, перехватывал вот передачу по дальнему борту. Сычев. Снова Сычев искал партнера передачей. Кстати, вот у Дмитрия сегодня на счету голевой пас, великолепный голевой пас. Авербух, ну тут Аверного разыграли. Ярушин, пожалуйста, забрасывает с игры. Снова Сычев принимает участие в голевой атаке. Вторую результативную передачу. Радулов слишком технически хотел сыграть. И там клюшка-конек. Но не все получилось. И вот видим, там буквально разорвали оборону команды Ковальчука. Да, но каков Авербух. Какую паузу выдержал. И не пожадничал. Отдал партнеру передачу. Пустые ворота. Все видит Илья. Мы говорили, что Касатонов, вот, вернее, Фетисов абсолютно не любит, когда он не забивает шайбы. И, ну, не может быть такого матча, вот, сколько не играл в таких матчах. Фетисов без опроса шайбы не бывает. То же самое можно сказать, Касатонов зависит только от партнера, с кем он играет. Где-то ему приходится больше обороняться, когда он играет с Фетисовым в паре. И если он играет, допустим, Ясимов, то это Касатонов только в зоне соперника.
Александр Бедарев снова на связи. Саша, как слышно? Теперь на скамейке красных, да, Ром, слышно все нормально. Вот Вячеслав Александрович Фетисов с серьезным лицом, чтобы близко белым дали подобраться всем. Вячеслав Александрович. Ослабились, тот самый случай. То есть нехватка опыта, наверное, у нашей команды. В общем, вести с преимуществом 6 шайб. Но тем не менее, в общем, игра обострилась, я думаю, и зрителям повеселее много стало. Как, какая-то сейчас нехватка опыта, вы о чем сейчас? Ну, я имею в виду, вот вести... Вы редко собираетесь? Не, редко 6 шайб ведем, это, наверное, в этом смысле. Поэтому всегда игры так очко в очко идут. На самом деле, в общем, приятно, что сегодня пришел народ. Самое главное, что благотворительность набирается с помощью как раз наших звезд. Обороты с каждым годом собираются большие средства для конкретных людей, которым нужна помощь. Это самое главное, в общем, о чем мы собираемся думать. Ну, а сама игра, конечно, проигрывать никто не хочет. И интрига всегда существует. Надеюсь, в общем, все получат удовольствие. Те, кто на льду, и те, кто сегодня пришли на трибуну. Александр Медведев сказал, что у вас вообще прям суперсерия такая. Ну, из трех же матчей, да, как будто все состоит. И прям до двух побед обязательно нужно добиться. Ну, Салман всегда ставит какой-то спортивный принцип в главу угла. Но, наверное, это не совсем так. Мы в свое время наигрались, мы выигрывались. А кое-кому это требуется, ну, удовлетворение каких-то амбиций. На самом деле, в Татарстане другая команда совершенно была. Мы играли, в общем, против капитана... Команды был Леша Морозов и в основном ребята, которые, в общем, любят и играют в хоккей в Татарстане, где, между прочим, 35 катков построено за последние 8 лет. То есть в Магнитогорске будет тоже другая команда. Здесь чем больше мы людей увлекаем процесс, я могу заметить, что хоккей сумел вовлечь в процесс и большой бизнес, очень большой бизнес, я бы так сказал, и очень большую политику. Поэтому и строятся катки у нас в последнее время, и хоккей приобретает статус уже спорта номер один. И самое главное, он дарит радость детям, прежде всего, это и своими победами на международной арене, и своими мегазвездами, которые играют в национальной хоккейной лиге, созданием молодежной лиги в стране. КХЛ набирает силы. Я посмотрел сегодня, блин, сколько флагов уже висит вот, под сводами дворца. То есть КХЛ постепенно превращается, в общем, в мегапроект пан-европейского, я надеюсь, со временем евроазиатского масштаба. Поэтому хоккеисты молодцы, сумели вовремя сориентироваться, вовлечь всех в этот процесс. И самое главное, все получают удовольствие от этого. Никого насильно не тянет. Посмотрите, ребята, в общем, и политики, и бизнесмены с удовольствием играют по 3-4 раза в неделю. В общем, тем самым развивая спорт и там, где у них производство, там, где живут, и там, где живут их дети. То есть мы довольны и готовы играть в этот хоккей с утра до вечера. Я вот как раз хотел спросить, вы лично какие эмоции испытываете? Ну, большой в прошлом хоккеист, хоккейный функционер. Вот сейчас вы ходите на лед с людьми, может быть, с которыми вы там с кем-то достаточно давно и не виделись в том числе. Так, чисто человеческие эмоции какие у вас? Я благодарен судьбе, что я сегодня глазами своих друзей, которые всю жизнь любили хоккей, а сейчас они в него увлечены. В общем, влюбился в эту игру еще раз. И еще раз в плане того, что насколько вот она оказывается, ты не замечаешь, когда ты вот на самом высоком уровне крутишься. Все люди жили в свое время, когда мы играли. Да, они нас переживали, болели. Сейчас они с нами играют вместе. Они не пропускают ни одну тренировку. Они приходят все время вовремя. Их щитки, коньки все время готовы. То есть и быть сопричастными вот этого вместе со своими друзьями, это великое счастье. Я могу сказать, что, наверное, все мои друзья, которых мы вот сейчас подтянули, то же самое испытывают. Мы благодарны еще раз вот нашим старшим, более младшим товарищам, которые влюбились в эту игру и вместе с нами, в общем, и катаются, тренируются, играют и получают удовольствие. Наверное, это самая большая наша победа. И я могу сказать, что нам она, в общем, и пролонгирует и жизнь, и даст возможность, в общем, играть еще лет 25, а там посмотрим. Итак, в общем, спасибо Вячеславу Фетисову. Нам надо ему немножко тоже отдохнуть, но и мы сейчас... Я отдыхаю на игре. Да? Отдыхать буду на пенсии. Спасибо большое. Спасибо большое, Вячеслав Александрович. Потрясающий спич Фетисова. Ну и вообще добавить что-то сложно. Действительно, Вячеслав Александрович огромную работу в этом плане проводит. Но то, что он сказал, вот все задумайтесь. На самом деле все очень серьезно. Реклама на нашем канале – это тоже очень серьезно, и она будет прямо сейчас.